Получить диплом и устроиться на работу для ребят с ограниченными возможностями здоровья – задача непростая. У кого-то из них проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у кого-то другой диагноз. Но с 1 сентября у них у всех начинается новый этап в жизни. Теперь они – студенты Черкесского индустриально-технологического колледжа. Эта группа из 11 человек будет получать специальность «Оператор ЭВМ». Половина этих ребят – воспитанники дома-интерната «Забота». С одной стороны, они счастливы, что получили возможность, о которой давно мечтали, с другой – переживают, как с ней справиться. Я чуть-чуть боюсь, но я очень рада. Я думаю, что я справлюсь. То, что я буду как бы в этом году, как бы эти 2 года, как бы учиться сама, как бы одна сама справляться одна. Я же жила в детском доме, и меня все поддерживали, мне помогали. А вот в этом уже 2 года я уже буду сама как бы учиться, все делать сама. Но я думаю, что я справлюсь. Благодаря федеральной целевой программе «Доступная среда» молодые люди с инвалидностью сегодня могут наравне со сверстниками учиться в средних и высших учебных заведениях. А индустриальный колледж не только принимает их на учебу, но и предоставляет жилье. В рамках федеральной целевой программы «Доступная среда» мы являемся базовой профессиональной образовательной организацией по инклюзивному образованию юношей и девушек. Уже 2 года. Программа работает до 2020 года включительно. Вот. Являясь базовой, это не значит, что мы у себя должны обучать подобный контингент. Согласно Конституции, они имеют право обучаться в любом образовательном учреждении согласно психолога, медико-педагогической характеристике. Мы, как базовая, обеспечиваем методическое сопровождение. Мы обучаем на нашей базе не только детей подобного контингента, вернее, но и методистов, преподавателей из образовательных организаций наших коллег. Имеется в виду из числа серии колледжей. На сегодняшний день мы обучили уже 20 человек. В сентябре месяце у нас по программе еще обучаем 20 человек. И мы будем работать в рамках этой программы, включая 2020 года. Смысл всего этого – вывести детей из дому, дать профессию, социализировать и направить в общество. Эти особенные студенты будут обучаться по специальной программе, включающей не только образовательную часть, но и психологическую реабилитацию. Ее разработали сами методисты колледжа, которые готовы работать индивидуально с теми, кто не потянет базовую нагрузку. Будут они обучаться 5 часов в неделю по 6 уроков в день. 2 дня в неделю теории, 3 дня практики. И наша программа, мы в этом году разработали новую программу. Программа будет состоять из 2 модулей образовательного, ну, где будут специальные предметы и практика, и модуль психологической реабилитации. Модуль психологической реабилитации будет основан на методе замещающего онтогенеза. Это сейчас очень передовой метод, он широко используется в России, и мы специально прошли отдельные курсы для того, чтобы работать с этими детьми, и разработали эту программу. Метод основан на релаксации и арт-терапии. Также каждый день у нас будет занятие по гимнастике мозга. Гимнастика мозга развивает нейронную сеть и координирует работу обоих полушарий, что позволяет за полгода уже повысить успеваемость на 30%. То есть учителя меня сейчас поймут, это шикарные результаты, мы очень хотим их добиться. Вот именно с этой группой, чтобы эти дети могли не только потом работать, но и общаться в жизни хорошо, может быть, пару себе какую-то найти, работу удачно, то есть чтобы развить их мозг, то, что не произошло по тем или иным причинам в детстве. Обязательно центр занятости у нас берет все их данные, нам рассказывают, где они работают, как они работают, как они устроились. Прошлая группа, кроме одного мальчика, все трудоустроены, все работают автослесарями. Многие уже при выходе на практику, мы их отправляем на производство,
практику, прямо на производстве. Там же уже заключают договоры, и после диплома их туда же берут на работу. Один мальчик, просто мама не захотела, чтобы он работал. Так все 10 человек трудоустроены, мы следим обязательно за их судьбой, за их трудоустройством, оказываем содействие. Работодатели нам звонят, спрашивают характеристики, стоит брать, не стоит брать. Мы всегда честно рекомендуем, что вот это он сможет делать, это не сможет делать. Но все трудоустроены, все работают с трудовыми, как положено. Мы вообще, наш колледж, готов дать качественное образование с любой нозологией. То есть и слепые, и глухие, и колясочники. У нас закуплено специальное оборудование. Даже вот в аудиториях есть кондиционеры, чтобы поддерживать комфортную температуру. Конкретно эта группа, вот здесь есть дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Ну и основной наш контингент вот к нам идет, это легкая умственная отсталость. Это у нас тесное сотрудничество с коррекционной школой нашей и по республике. Мы профориентируем, ездим по школам, предлагаем. Вот легкая умственная отсталость, средняя умственная отсталость. Мы легко работаем с таким контингентом. Мы каждый год разрабатываем что-то новое. В прошлом году это были автослесари. В этом операторы ЭВМ. Также есть планы еще, чтобы это были повара и электрики. На поваров просто большой спрос. И у нас есть некоторый опыт. Мы пару детишек брали. Так что, скорее всего, нет, мы будем еще новые программы писать по всем специальностям, что у нас в колледже есть. Программы пишу я, как методист. Вот, я смотрю за всеми новинками. То есть мы же не уникальны, вся Россия так работает. Мы с коллегами по интернету обмениваемся опытом, мы ездим на совместные конференции, проводим совещания, смотрим, кто что использует, у кого получилось, у кого не получилось. И я специально пишу вот эти программы под определенную группу. Я просто по образованию тоже психолог, я могу провести диагностику, вот с ведущим психологом посоветоваться. Кроме того, есть возможность писать индивидуальную программу под каждого ребенка. То есть если мы начали обучаться в группе, увидели, что кто-то не может или не тянет, мы напишем индивидуальную программу. Мы можем заниматься индивидуально на дом. Вот вы, ну, если там ребенок совсем не может двигаться, наши учителя могут выехать на дом. То есть под каждого индивидуально мы можем все написать. Лично я этим занимаюсь, хожу, смотрю, пишу программы. В этом колледже каждый год набирают группу студентов с ограниченными возможностями здоровья на какую-то определенную специальность. В этом году на операторов ЭВМ, в прошлом на автослесарей, которые, кстати, уже смогли найти работу по специальности. В будущем планируется набрать группу на специальность повар или электрик. Что касается трудоустройства, то руководство учебного заведения помогает своим выпускникам и в этом вопросе.